Всем привет, друзья! Новый вечерний Моррис на канале. И сегодня мы расскажем вам, точнее, мы порассуждаем на тему, что вообще решает: мышцы крутые, или деньги. Красивый рельефчик, либо деньги. Я за бабки, пацаны. Я тоже за бабки, до свидания. Выключайте камеру. На самом деле, что можно сказать? Что нравится девушкам? Нравится девушкам, естественно, деньги, крутые там богатые пацаны, мужики. Даже если вам 60 лет, то вы то будете... То ты в игре, даже если поставить 60-летнего старика и 20-летнего красавчика пацана с офигенным телом, а у этого мужика миллионер, там, не знаю, у него там... И, короче, девочка выберет его 100%. Почему? Потому что все... Потому что на его деньги можно потом этого красавчика купить. Да, с потрохами прям. С семьей выкупить можно у вас, брат. Вот. Ну что, короче, деньги очень-очень интересная штука, потому что для каждого человека они важны, для каждого человека они нужны. Mm-hmm. И если вы девушка, они особенно вам нужны, потому что вы не хотите ничем заниматься, вы не хотите готовить, вы не хотите ничего делать, вы не хотите убираться, вы хотите только, чтобы за вас убирались, готовили и приносили вам деньги. Да, ну и плюс бицепс не скушаешь. Да, кстати... Я думаю, смотри, если у тебя, кстати, прикольное тело, то это может работать только, ну, там, в подростковом возрасте. Мне кажется, вот до 22, ну, как, ну, знаешь, вот в таком возрасте. Да. Вот от 15 до 22 еще может быть как-то вывезете как-то на красивом теле, но как только... Ну, просто посмотрите, допустим, когда Джефф Сайт был популярный, там, 16-17 лет, качок, тогда было, да, а когда уже парню, там, 20 с чем-то лет, там, уже, уже куча накачанных ребят, которым там, по 30 лет, так что ничего... Просто когда девушки созревают, да, ну уже взрослый возраст, там, ну не знаю, лет 20 хотя, ну, да. Они уже рассчитывают на то, что им нужно как-то жизнь строить, они... Да. Ребенка родить обеспечивать. Да, а не с каким-то там красавчиком без денег мутить, который там только битки дрочит свои, ну и не только. Вот. Но она будет тогда искать крутого мужика какого-нибудь, либо парня, у которого крутой батя, и будет просто на нем висеть. Да, либо у парня, у которого накачанной базе. И будет отбивать батю. Короче, ребята, 21 век, что вы хотите? Сейчас девушки пошли такие, которым нужно только богатство. Да, меркантильные телочки, которым нужно только богатство, и не особо-то вам им ваше тело нужно. Поэтому все. Короче, если у вас будет выбор, ладно, даже не в девушках дело, но вообще по жизни намного перспективнее быть с деньгами, чем быть с хорошим телом. Да, конечно, если нет, если вы на хорошем теле зарабатываете деньги, это имеет смысл. Это если, реально сложно. Да, а если у вас тело ради того, чтобы иметь тело, и оно вам ни в чем не помогает, это полный бред, тогда уже лучше намного деньги зарабатывать. Вот если вы какой-нибудь там атлет Gymshark, либо там что-нибудь... какой-нибудь там крутой организации, богатой, то по-любому стоит. Короче, опять же, получается, если вы можете красивое тело конвертировать в деньги, да? тогда красивое тело – это четко. По-любас. А если нет, то просто работайте за деньги. То просто работайте на стройке. Или там накачаетесь. Надо правильно кушать. Да-да-да. Протеин, 3 подхода к штукатурке. Но это ничего не даст. Это все равно ничего не даст. В конце месяца у вас будет зарплата. Будет зарплата 200 евро. И вы купите себе... 2 банки протеина. 2 банки шпрот. Все. Ну, короче... Мы решили, что деньги – это гораздо важнее. Как бы деньги. Смотрите, если у вас стоит выбор перед тем, начать качаться, либо пойти в бизнес, то... То переходите на archimorris.com. archimorris.com. Программа тренировок. Отлично. Короче, если вы хотите накачаться, то это идеально. Все девушки ваши, переходите на archimorris.com и заказывайте программу, потому что... Красивое тело, это идеально. Деньги никому не нужны, это пустота. Это пустота, это бумажки, понимаете? Бумажки никому не нужны. Что, вы никогда не видели бомжей качков с бабами? Кроме девушек, никому не нужны. Если вы хотите быть крутыми и иметь авторитет у парней, то переходите... И у бабушек. И у бабушек, то переходите по ссылке archimorris.com, покупайте программу и будете с банкой.
либо с двумя да. будете закатывать. Либо на стройку будете с банка денег. С банка денег. С банка штукатурки, каких денег, блин. Женек там, я не думаю, что на стройке много зарабатывает. Хотя мы вот посмотрим. Женек приедет, посмотрим. Может, он не на стройке. Да, может, не может, на... он, может, он телом заработает. Может, он киллером стал. Может, телом заработает. Ну вот, короче, мы решили, что деньги это гораздо круче, чем тело. Если вы хотите, естественно, найти какую-нибудь пафосную девушку с такими губами, то вам нужно очень много денег. Если вы хотите найти нормальную девушку, которая, домашнюю, да. Домашнюю, которая не ведется вот на всяких там пафосных этих папиков, то тогда вы можете с красивым телом найти домашнюю, потому что всем девушкам, я думаю, нравится красивое да, тело, да, да. потому что жирные жиробасы никому не нравятся, это по-любому. Если вы жиробас, то переходите на archimars.com. Если вы здесь тоже переходите на archimars.com. Переходите просто на archimars. Если вы бабушка или баба, переходите на archimars. Да, просто переходите, посмотрите хотя бы там на сайт. Просто archimars. archimars.com и все. Да, .com. Да. А так, спасибо большое за внимание. Поставьте деньги, деньги, деньги. Ставьте деньги, 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 два ствола, да, три, да. три петуха. Ставьте деньги и подписывайтесь на деньги. Подписывайтесь на деньги. Деньги.com. Все, зарабатывайте много денег, качайтесь, заходите на archimars.com. Пока. Пока.